Русский театр имени Лермонтова получил статус академического. Об этом стало известно на торжественном вечере в честь 80-летия театра. Новый статус присваивается старейшим театрам за выдающиеся достижения в развитии исполнительского искусства, получившим широкое признание. В Хакасии это будет первый академический театр. Актеры тоже не оставили зрителя без подарка. В юбилейный вечер они показали фрагменты спектакля «Мишель» о Лермонтове. Яркая костюмная постановка – это исследование биографии и творчества поэта и драматурга, причем среди героев самого Лермонтова нет. Зритель принял «Мишель» на ура, так что актеры получили еще больше вдохновения, чтобы завершить работу над спектаклем. Какое вот мы испытывали напряжение и волнение вот перед вот этим выступлением. Ну, слава богу, зритель наш, по-моему, любимый нас понял, вдохновил. Он прислушивался, хлопал, смеялся. По-моему, все прекрасно. Мы все меломаны нашего театра, потому что актеры здесь изумительные, очень искренне играют. Они веселые подают так, что оно где-то в глубине у тебя и грусть вызовет, и потом веселье.